Teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na część odpowiedzi na pytania, które wysłaliśmy w naszych ankietach. Na pytania nasze będzie odpowiadał członek. Спасибо. Еще раз добрый вечер, коллеги. Время идет быстро. Приступлю к ответу на вопросы, но прежде, видите, сколько вопросов? 15, 20, 30. Но я приступлю, вначале расскажу о том, когда вообще... Много вопросов, которые касаются дивидендов, касаются выхода на биржу, IPO и так далее. Для того, чтобы понять, что является основой для этого, я кое-что сейчас расскажу вам. Сергей. Пришло достаточно скоро питань, прежде всего, относительно дивидендов, прежде всего, относительно терминов выйścia на giełdę IPO, ale zanim przejdę do tego, to chciałbym coś podstawowego powiedzieć. Так, значит, смотрите, дело в том, что, значит, еще кое-что о дивидендах. Вообще, что является обязательным условием принятия решения о выплате дивидендов? Вот кто-то захотел вдруг, и давайте выплатим дивиденды. Или что является основой для этого? Отповедьмы себе на питание, что есть подставом до выплаты дивидендов? Первое условие – это прибыль компании за год и аудит этой компании. Это первое условие. Только при этом принимается решение о выплате. Дотычемцем выплаты дивидендов, то есть зиск выпрасывания. Przez firmę w ciągu roku, który jest wykazywany na podstawie rocznego audytu. I тогда выделяется сумма 20% от этой прибыли на дивиденды и передается компании, в которой мы имеем свои доли или акции. Uzyskanego zysku 20% od tego zysku jest przekazywane na dywidendy. Иногда спрашивают, зависит это от того, вышли мы на биржу или не вышли. Нет, выплата дивидендов не зависит от того, выведены ли акции на биржу. Но выплата дивидендов – весомый аргумент при выводе акции на биржу. Положительный аргумент. Дивидендов не залежи абсолютно, Сергей, от того, чи фирма вышла на гелде, чи не вышла. Але выйти на гелде есть так как бы истотным аргументом при выплате дивиденд акционерам. Да. И то, что по акциям выплачиваются дивиденды, сильно влияет на биржевую стоимость акций в лучшую сторону причем. Что уже по этим акциям выплачиваем дивиденды, да. Выплачены составы дивиденды беспосредственно позитивно впливают на гилдовую на гилдовую стоимость акций в лучшую сторону. На гилде, на вартость. Да. Теперь еще, значит, что еще влияет на решение о выводе акций на биржу? То есть люди спрашивают, когда акции будут выведены и так далее. В первую очередь влияют следующие вещи. Сергей. Что еще на decyzję о выпроводзению фирмы на гелде. Первое. Это сколько объем активов у компании, которая выводит свои акции на биржу, характер имущества, из чего он состоит, и капитализация. Насколько эта компания экономически сильна. То есть, велкость активов фирмы, его характер майонтку oraz капитализация. Далее, объем заказов, находящихся у этой компании в работе. То есть, сколько заказов выполняется, сколько проектов в работе. На decyzję о выпроводзении фирмы на гилды впливает великость, ilość замовлений, которые posiada в своем портфолио фирма. Это 10 миллионов, это 100 миллионов, это миллиард заказов. Это очень важно. И
также объем предзаказов в денежном выражении. Сколько их? Чинником есть тоже великость предзамовлений. Так, чи не конкретных замовлений, только предзамовлений. Еще влияет и то, что объем уже проданных или зарезервированных и зарезервированных акций. Тут надо учитывать то, что у нас фактически к моменту, когда будет выведено на биржу или выводиться на биржу, будет 50% акций минус одна акция продана. И это очень сильный аргумент. Плюс еще будут зарезервированные акции. Это сильный аргумент. Поэтому мы идем в ту сторону. Колейным чинником, впливающим на выйти, на децизию о проведении фирмы на гелде, есть великость уж спреданных и зарезервованных акций, або удялов. У нас есть планованный спредаж, Владимир, еще раз повторите, вот это 50% одна акция, не совсем понял. Потому что фактически в залог отдаются 50% акций каждой компании Евразиан Rail Scavi Systems Holding. И минус одна акция, то есть это условие вывода на биржу, что у компании должно быть не проданных 50 плюс одна акция, а нам продают 50% минус одна акция, то есть на одну акцию меньше, чем половина акций. Чтобы быть проданных 50% минус одна акция, и то будет истотным чинником, который будет впливать на то, чи фирма станет выпроводзена на гелде. Да. И последнее, это из самых основных, это соответствие состояния компании требованиям биржи. У каждой биржи есть определенный перечень требований. Компания им должна соответствовать. И последним чинником, то есть то, что каждая гелда ма шерег своих вымогань, которая ставлена фирме перед выйщем ей на гелде. Поэтому, когда я задаю вопрос, я лично задаю вопрос, что влияет, когда выйдет на биржу, выйдем, я смотрю, есть ли это, еще 20 штук это, тут плюс. То есть понятно, да, от чего зависит то, когда или будет выведена компания на биржу. Сам себе, сам себе задает питание, когда фирма выйдет на гелде, то патчу тогда на те пункты, а также плюс колейных там 20 пунктов. Czy one są spełnione, te warunki? Теперь дата. Это тоже в какой-то степени дата. Это будет 21 год, это будет 22 год, это будет декабрь 2020 года. Дата выхода на биржу, то есть на IPO. Что для этого, какие условия должны быть выполнены? А также, что вплыло на дату выхода фирмы на гелде? Czyli od czego zależy data? Czy to jest 20, czy to jest 21 rok? Первое, это рекомендация аналитического или аналитическое обоснование вывода на IPO. Это due diligence должен быть сделан лицензированной компанией. Czyli лицензированная фирма due diligence musi wystawić tak jakby rekomendację, to jest аналитическое узасаднение выйща фирмы на IPO. Наличие выполнения всех требований, соблюдение также условий биржи. Также фирма мусит исполнить все вымогания и варунки этой гелды. Также это зависит от того, какая информация в средствах массовой информации, в social, масс-медии и другие информационных каналы. Что говорят об этой компании? На то тоже впливает то, что пишет и говорится в средствах массового приказа о этой фирме, а также в иных информационных каналах. Кроме того, должна быть проведен аудит международной акцептированной компании, аудит фирмы, которая выводится на биржу. То есть она должна быть, скажем так, рентгеном аудита международного просвечена вся. За ним та фирма теж выйдет на международную гелду. Та фирма мусит зостать так как бы пресканована через солидную международную
фирмę аудиторską. И предположим, что мы все это очень сделали и очень хотим идти на биржу, а решения биржевого комитета о котировке наших акций нет. Вот она сидит и думает, у нее тоже есть определенное время подумать, пустить на биржу или не пустить. То есть биржевой комитет принимает окончательное решение вывода и дать ли котировку этим акциям. Ну и остаточную децизию тоже о том, чи выпроводить фирмы на гилд, да? Остаточную децизию подаймує walne zgromadzenie, tak? Akcjonariuszy firmy, czy wychodzimy na giełdę, czy nie. I теперь, чтобы понять, что сколько это занимает времени, в среднем занимает от 10 до 24 месяцев с того момента, когда принято решение, идем на биржу. Точно, уже вот мы чувствуем своим нутром, что можно идти на эти соревнования, вот с этого момента час, надо уже сколько месяцев. Который может занять выйти на гилды от момента, когда есть остаточная децизия, позитивная децизия о том, что выходим на гилды, там час может быть от 10 до 24 месяца аж. Так, и теперь, чтобы понимать, что составляет наш проект, я перейду сразу к вопросам. Я хочу объяснить, значит, что такое наш проект. Ну и тем слайдом хотел бы покрутце запрезентовать так как бы подставы того, чем есть наш проект. Фактически наш проект, это есть, в который мы инвестируем, в который мы поддерживаем, это технология и ее сертификация, с одной стороны, всех видов пассажирского и грузового транспорта, и с другой стороны, это вывод на рынок строительства этой технологии. Вот наш проект. В двух частях запрезентовать этот проект, то, по-перше, наш проект, то есть технология и сертификование этой технологии, чили нашего нового средства транспортного, а также то есть выпроводение на рынок будовництва, так, тего продукту, будования тего продукту, чили, иначе mówiąc, нового środka транспорту. Потому что сам это мы получим выгоды только тогда, не только когда мы сертифицировали, а тогда, когда уже идет строительство. Вот начинаются основные выгоды, начинаем получать. Как ну и момент, акционеры, в котором мы, как удяловцы и пришли акционеры, начинаем узыскивать те доходы, то есть уж момент, когда начинаемся первое будование. Первый вопрос, коллеги. Каких результатов вы ожидаете после выхода на биржу? Как выглядит стратегия компании после выхода на биржу? Состоит ли выход вообще? Я это питание мам, więc прошу Państwa, по просто będę je czytać. Więc первое питание, яких результатов сподіваєтеся się в вынику вейсе на гилде? Як выгляда стратегия фирмы по вейсе на нём? И чи есть то в ogóle певне? Результатов мы все ожидаем тех, чтобы номинальная стоимость, первое, чтобы номинальная стоимость акции 1 доллар как можно сохранялась бы и начинала прирастать на бирже. Вот какого результата мы ждем от биржи. Чили главным результатом, который очікуємо, то есть одна акция, która będzie kosztować 1 dolar, to jest to, co my chcielibyśmy mieć jako rezultat przy wejściu na giełdę. Если это такой вопрос, но этого вопроса может быть и другая сторона, что человек, спрашивая, он думал, что хорошо, вот вывели акции на биржу, что будет делать SkyWorld Community, например. Я сейчас отвечу, что будет. Ale to pytanie też ma tak jakby drugą stronę. Może zadający pytanie miał na myśli Владимир, как вы говорите, что вторая сторона, что... SkyWorld Community, что другая сторона, что хорошо, вышли на биржу и что, и все, мир кончился, что будет компания SkyWorld Community делать?
акции вывели на биржу, вроде бы головная компания. А что нам делать? Тогда питание можем мести, певні можу мести теж другу сторону. Він спитаючи, може мав на мисі теж, якщо ви проводимо, виходить фірма на гілде, і що втеди? Що ми робимо як акціонарюше? Що ми маємо робити як акціонарюше? Тогда как раз работа и начинается, дорогие друзья, и она продолжается, вернее. Дело в том, что в мире очень много проектов. И если кто слушает Юницкого, то построить надо 20 и более миллионов километров трасс, который ждет мир от нас. Але повищу, это есть проекты. Повищу фирмы на гелде праца допіру ще зачина. И так, как пан Анатолий Юницкий мовил, że naszym celem jest zbudowanie 20 milionów kilometrów dróg. Więc praca po wejściu na giełdę, praca dopiero się zaczyna przed firmą. Следующий вопрос. В каком году компания планирует выйти на биржу и когда будут первые дивиденды? Ну вот я уже объяснял, когда выйдет на биржу. Я не знаю, с того момента пройдет... Да. Pradzie ja 10, tylko przeczytam już drugie, proszę Państwa, pytanie da? Brzmi, kiedy jest przewidywane zakończenie projektu i kiedy jest wejście na giełdę? Завершение проекта, я предполагаю, что если, значит, учесть, сколько еще надо, у меня тут нет таблицы, на вебинарах я показываю, что, предположим, у нас осталось сертифицировать в целом, значит, юниконты или так называемые контейнерные перевозки и высокоскоростной транспорт. Это займет где-то до 15 месяцев еще. По планам, вот если все нормально пойдет. С планами, если все хорошо пойдет, то закончение проекта, этого остаточного этапа ма ще скончить ma potrwać jeszcze do 15 miesięcy, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i tyle zajmie czasu na zbudowanie tych unikontów, które są w tej chwili budowane, czyli tych środków przewozu kontenerów, a także Высокоскоростной юнибус. Высокоскоростной. Докладнее, чили того środka, который того Боже, того юни Боже, вылетело мне слово, как это еще называется. Юнилёт, который можно спендить до там 500 километров. Да. Значит, тут человек задает вопрос, правда ли, что доли можно будет заменить на акции, но только в соотношении 10 долей одна акция. Я сейчас отвечу. Kolejne pytanie jest, czy to jest prawda, że udział można będzie zamienić na akcję tylko w stosunku 10 udziałów do jednej akcji? Нет, конечно, никаких долей и акций это одно и то же. Ведь смотрите, единственное, что условно называют долями то, что если на английском языке share и есть share, но уже зарегистрированы акции, они как есть, как одна акция, одна доля, так она и есть одна акция в $1 номинальной стоимости. Поэтому ничего нигде никак ни в каком соотношении обмениваться не будет. Их можно посчитать полноценными акциями, когда будут выведены на биржу, потому что ими можно будет уже распоряжаться открыто через биржу. Угу. Чили то есть неправда, dlatego, że удел то już есть акция, але вtedy dopiero, kiedy выйдет фирма на giełdę, так? И вtedy один удел będzie kosztować tyle, ile będzie kosztować. Значит, был такой вопрос, что если не приведи Господь, господин Юницкий умрет, кто будет развивать идеи, технические концепции компании, управлять компанией? Что еще станет, если, не дай Боже, пан Юницкий
umrze, kto będzie rozwijać te idei, technologie, koncepcji firmy i kto będzie zarządzać całą firmą? На это Юницкий отвечает сам очень просто. Он отвечал не однажды уже на этот вопрос. Он говорит, что технология уже находится в таком состоянии, что и столько людей работают в этом направлении, что это невозможно без меня остановить. Это будет само двигаться дальше. Есть люди, есть моя спутница жизни Надежда Косарева, которая управляет компанией «ЗАО «Струнные технологии». Есть другие люди, которые этим занимаются, и ничего не остановится. Технология есть, и она будет развиваться. На это питание сам пан Юницкий уже отповедал, что проект есть на таком заавансованном этапе, что, иначе говоря, отойти одной особы в этой хвиле уже ничего не изменит. Проект будет дальше się развивать, дальше się будовать. Więc его отойти не изменит. Ниц, так направда. Да. Пятый вопрос. Правда ли, что коммерческие трассы строятся уже сейчас или заключены только предварительные договора на строительство этих проектов? Коллеги, питание, что это правда, что в этом моменте уже будованы са коммерческие проекты, торы коммерческие, назовем это так. Ага, i w tej chwili już są zawarte umowy na budowanie tych projektów. Czy to jest prawda? Wy знаете, дело w tym, да, prawda i to i drugie. Ведь смотрите, если человек понимает, если понимать под тем, что строится, это уже бульдозер, экскаваторы, сварка идет, установка идет, если только это строительством, то это тоже уже делается. Делалось в Белоруссии, делается сейчас в Шардже. Самая такая эксплуатационная трасса 2,5 километра, она строится. Но дело в том, что по ряду договоров, тот же самый 15-километровый с 20 станциями договор, по нему ведутся проектные работы. Это тоже есть уже строительство, понимаете? Есть предварительный договор, есть основной договор, это тоже уже строительство. Budowanie tak jakby też jest prowadzone, jeżeli mamy na myśli, że budowanie to są przygotowawcze prace, to tak, budowanie już trwa. Mamy projekt, o którym wcześniej wspominano tutaj w Szardży. Przygotowania do tego projektu już są prowadzone. Są prowadzone podpisywanie, są podpisywane umowy. И так далее. Więc там працы już są prowadzone. Поэтому сегодня можно сказать, я могу сказать, что где-то больше 14 проектов уже находится в строительстве. 14! Если кто-то спросит, вот вы, например, Сергей, или еще кто-то, что, а какие это проекты? Об этом говорить нельзя, потому что Siemens и другие компании за нами следят, и это, скажем так, ну, скажем, это коммерческая тайна компании. Под этим взглядом, если мы говорим о проведении будования трасс, przygotowawcze prace są prowadzone 14 проектов są на этапе przygotowania dokumentalnego przygotowania. O tym nie mówimy, o wszystkim, bo na przykład nas bacznie obserwują na przykład takie firmy jak Siemens, więc nie pozwalamy sobie na dzielenie się całą informacją. Причем там это уже они появились и уже пытаются там что-то как-то вот так вот локтем толкаться даже уже в Объединенных Арабских Эмиратах. Но, к счастью, там за этим за всем стоит шейх, и это не так просто там делать. О Иже Вемы теж вспомняна вчесне фирма проводила якісь розознання в Эмиратах Арабских, где найбардзі, найінтенсивніше працюємо, але за нами стоїть шейх Эмиратов, і он противодіяє
Докладно. Защиты, под защитой находимся. Пильную, чтобы нам не робило проблемов. Да. Как сильно актуальная ситуация, насколько сильна ситуация, касающаяся вспышки COVID и всего, что с этим связано, может замедлить или приостановить проект, ну тут, скорее всего, с COVID. Следующее вопрос, чи цела ситуация, связанная с вирусом COVID-19, на ile она ма вплив, чи може мати вплив на розвой проекту? И на, не, она не влияет сильно на сам процесс технологии выведения ее, сертификация идет, работы продолжаются. Там некоторые только подрядные работы в Объединенных Арабских Эмиратах замедлились слегка. И на что это повлияло? Она повлияла на вывод на СТО, то есть на вывод токенов на биржу. Летом 1 июля. Но об этом я позже еще скажу. А на СВЦ вообще никаким образом не влияет. Огульне, же берется на працу, та ситуация не вплинула в жоден способ. Единственно на працу подвиконавцев в Эмиратах Арабских она трошки вплинула. Але огульне, же берется проект, на проект не вплинула та цела ситуация. И на этот счет, как Юницкий сам, отвечая на вопросы на его, значит, его чате, он сам сказал, что наоборот, она ситуация заставила более экономно посмотреть на все процессы и рационализировать многие работы. Так как Анатолий Юницкий вспомнил, что на отвратно, та цела ситуация с поводом... Та цела ситуация споводовала, что мы мусіліśmy спойжить на цей этот проект, подойти до этого проекта нашего более ощенно, трошки зрационализовать наши выдатки. Седьмой вопрос. Как будет выглядеть ситуация в компании SkyWorld Community после окончания 15 этапов и продажи? Ну, не продажи, а, скажем так, окончание операции с залоговым медом. Чи коли не питання, як буде виглядати ситуація з проектом SWC по закінченню 15-го етапу? Это з компанії, это компанія SkyWorld Community. Як буде виглядати ситуація з фірмою SkyWorld Community? По закінченню 15-го етапу. Процес ще до окончания 15-го етапу ми вже войдем в процес з токенами. Ми будемо там участвувати. Ну і з кожним все, ну скажем так, уже в этом году, в следующем, то есть после 15 этапа мы полностью переключимся на адресные проекты, то есть на финансирование адресных проектов. Чили по 15 этапе больше звучим нашу увагу на працу, связанную с проектами адресовыми, индивидуальными проектами, так? Да. И с токенами. SkyWay Global Token. И также звучим нашу шикульную увагу больше на працу, связанную с токенами SkyWorld Tokens. Значит, с 1 июля этого года планируется по белой бумаге, ну так называемая разморозка токенов. И мне надо, спрашивают, значит, что можно ли с этого момента размораживать свои токены? Можно ли продавать их на свободном рынке, оплатить и так далее? Какова будет стоимость токенов при разморозке? Вот я на все эти вопросы сейчас сразу отвечу. Więc kolejnym pytaniem jest, że od 1 lipca jest planowane tak jakby odmrożenie tokenów. I pytanie, czy można od tego momentu rozmrażać te tokeny, tak? Czy można
sprzedawać ich na wolnym rynku, czy można opłacać swoje istniejące raty, czy można kupować nowe udziały za gotówkę i na raty, i jaka będzie, ile będzie kosztować token po odmrożeniu. Значит, смотрите, если больше всего повлиял коронавирус или COVID-19 на процесс выведения компаний или выведения этих токенов на СТО, то есть на биржу, цен, на биржу криптобиржу, будет ли это первого, но по белой бумаге после этого момента, он будет 1 июля, 1 августа или какого-то числа, там немножко сейчас запаздывание идет, но может быть все наверстает компания, которая юридикой занимается. Что это значит? Что такое разморозка? Разморозка, если вы смотрели белую бумагу, будет осуществляться у каждого по 8% ежемесячно. Допустим, в июле месяце я смогу 8% разморозить, в августе 8%, еще, и за 12 месяцев я смогу разморозить все свои 100% акций, в принципе. То есть за год. К следующему году я, если захочу, я их могу разморозить. Я сейчас объясню, что такое разморозить. Пока трzeba przyznać, że właśnie ta sytuacja z COVID-em na świecie jednak troszkę wpłynęła na nasz projekt, a mianowicie na właśnie na ten proces wyprowadzenia tych tokenów na światową giełdę. Według istniejącej obecnej informacji planowane jest etapowe rozmrażanie tych tokenów, czyli planowane jest w ciągu roku rozmnażenie, odmrażanie po 8% i tak co miesiąc, i tak co miesiąc do następnego roku, do tego samego momentu. Владимир, я перебью вас. В течение года планируется разморозка поэтапная, правильно? По 8%. Да, в месяц более 8 нельзя разморозить каждому человеку, кто хочет. Вот если я хочу все свои 100% разморозить, у меня на это уйдет год. Окей, czyli так как powiedziałem, прошу Państwa, да, więc od, mniej więcej zaczynając od 1 lipca planowane jest rozmrażanie co miesiąc po 8%. Tych токенов. Co miesiąc. Ежемесячно. Да, теперь как, по какой, как я их, что я от этого получу? Стоимость, если вы посмотрите, то первое как бы размещение там по плану, стоимость до 60, пока будет набрано 60 миллионов, стоимость предложенных на бирже этих токенов будет 0,1 доллар или 10 центов. Это будет та же стоимость, которой я смогу предлагать их. Но другой вопрос, какова будет котировка их на бирже? Угу. И это, понятно, да? Это уже с первого месяца можно будет по такой... Да, да, с того момента, когда начнется их предложение или, скажем, размещение на бирже. И это планируемо, что по такой сумме будет выведено, правильно? Да, да, там в белой бумаге так написано, так написано. Отдельно будет к тому моменту, это белая бумага. Теперь, как только будет выводиться на биржу, мы точно узнаем все условия. Но пока это эти условия, которые... И от момента, от первого месяца размножения, этапового размножения тех токенов, на белой księdze... Według wstępnych informacji widnieje kwota 0,10 dolarów za jeden token. Z kolei jaka ta wartość tego tokena będzie, dopiero zobaczymy, ale na białej księdze w tej chwili widnieje taka kwota, taka suma. 0,10, 10 centów. Следующий вопрос. Да. Будет ли организован Экофест в 2020 году в Беларуси, в Мариной Горке и конференция SkyWorld Community?
Значит, на этот счет я могу единственное, что ответить. Пока четкого решения даты нет. Kolejne pytanie, да? Czy będzie в этом году zorganizowany EcoFest 2020 на Białorusi, в Мариной Горце? Тут существует или действует одно правило, что объявление об Экофесте должно выйти за 90 дней до дня его проведения. Поэтому, если это сегодня не вышло еще, сегодня мы не знаем об этом ничего, это значит, что 90 дней, то есть до конца августа этого еще пока не планируем, ну как бы нет информации, что... То есть мы узнаем об этом за 90 дней до того, когда он будет проводиться. Пока этого неизвестно. Proszę Państwa, więc w tej chwili nie ma konkretnej informacji, ale dowiemy się 90 dni przed rozpoczęciem Ekofestiwalu. 90 dni przed rozpoczęciem. To jest перед августом, w августе месяце за 90 дней, да? Нет, не в августе месяце, что если сегодня мы этого не знаем, то в августе, значит, уже не будет. Так чи сяк, прошу Państwa, 90 дней перед распочатием фестивалю, все еще добьем. Да. И конференция, есть план, что как только мы будем знать, мы четко скажем, в каком формате будет конференция Skyworld Community. Ну и тогда, когда еще довьем, то прикажем Państwu целую информацию и również то, какой кшталт ма иметь та импреза. Теперь 10-й вопрос. Там, значит, я не знаю, вы переведете то, что написано, или же то, что я скажу сейчас. Значит, сын, чей-то сын, купил сам пакет студент через мать, через зарегистрировала, или, скажем, мать ему купила, по идее, потому что он еще был несовершеннолетний, да? Когда он достиг совершеннолетия, зарегистрировался при помощи отца в личном кабинете как партнер. Поняли ситуацию, да, Сергей? Вот. Что теперь дальше делать ему? Я сейчас объясню, что ему делать в такой ситуации. 10-е питание. Мой сын купил пакет студент на раты за помощью кабинета, зарегистрированного на его маме, когда он осягнул 18 лет, чили стался полнолетним, он зарегистрировался за помощью партнер под отца встал. Как партнер отца, отец зарегистрировал его через свой личный кабинет. Когда стал полнолетним, то зарегистрировался как партнер своего отца, так? Чили под отцом был зарегистрирован. Да, да, своего отца. Все, у него личный кабинет есть, значит, он все свои студенческие по студенту, по пакет, полученный пакет, ему оформят, переоформят на него, и в его кабинете это отобразится. Человек, у которого, я сейчас отвечу и на второй вопрос, но если вдруг есть такие люди, которые тоже имеют пакет, неважно, кто им там купил или кто на них его оформил, и они достигли 18 лет, они могут открыть или им откроют личный кабинет, независимо от того, есть у них мать, есть отец или нет, им персональный личный кабинет компания открывает и переводит весь пакет студент, все акции на их имя в этом кабинете, они это отображаются, и дальше они могут пользоваться этим кабинетом. Окей, чили особа, которая стала еще полнолетняя, спокойно может зарегистрировать, заложить свой własный кабинет и на этот кабинет может каждый пакет, который належит до него, зостать пренесен. Więc тут проблемов абсолютно нет. Это надо просто обратиться в компанию, дать, скажем, что вот такой-то человек обратиться и... Просто чтобы выяснить ситуацию, звучите до фирмы и выяснить ситуацию, не повинно быть жодних проблем. А,
Значит, человек задает этот вопрос, когда будет лучше назначить наследника наших долей, когда все же это сделаем, обязана ли мама уведомить компанию, ну, то есть человек, мать, она хочет наследников назначить. Когда угодно, или переведите вопрос, какую стоимость наших долей можем вписывать. Переведите этот вопрос. Да-да, Юж, секунда. Секунда. Pytanie następne. Kiedy najlepiej wskazać spadkobiercę naszych udziałów? Czy mama powinna zawiadomić firmę, jaką wartość udziałów możemy wpisać? Значит, когда надо, значит, наследника можно назначать в любое время, когда вы пожелаете. То есть это надо, значит, сделать так называемый наследственную, подписать у нотариуса, что я распределяю таким-то образом. Мать это может сделать. Она не должна об этом уведомлять компанию. Компании это не касается. Когда настанет момент, что мать уйдет, или отец уйдет, или тот, кто наследство оставил, то тогда это все нотариально оформляется так, как положено в той стране, где находится человек. Какая стоимость нашей доли можно вписывать? Не надо туда вписывать никаких долей, стоимости доли. Количество долей или акций просто отметьте и все. Если нотариус спрашивает, какова стоимость, ну, там можно сказать, $100, например, и все. Вам главное наличие того, что у вас эти акции есть, нотариус не подтверждает. Он подтверждает, что это вы наследуете сыну, там, дочери или вообще еще кому-то. И именно вот акция номер такая-то по номер такой-то. И это показываете в сертификате. Все. А цену вы определяете, доллар или $100. Или Владимир, я переспрашиваю. Это ваше дело. Чтобы я переспрашиваю этот аспект вас. То есть, наследственный документ оформляется... Когда угодно. Он оформляется у нотариуса, правильно? Идете к нотариусу и говорите, что... Да, у нотариуса оформляете и каждому расписываете, кому чего вы оставляете. Или человек оставляет. А это можно сделать, и тогда точно их распределят. И стоимость, ее не надо там определять, наследуются акции, номера акций. Доля такая-то, по доле такая-то, сыну, от такой-то, по такой-то, дочери, okay. А это прошу племянник. Прошу вас, вартости жадной вписывать нигде не треба. Идите по просто до нотариуша. Нотариуш засвяча дедичный документ, где се вписує по просто... numery tych udziałów bez wartości od do. I Władimir, i po tego dokumentu ten kuda его, co z nim делать? Ничего, просто оставляйте у себя и все, или человек, которому наследник, он имеет этот документ и все. Когда наступает случай, то все равно потом нотариус должен это еще оформить, что этот человек вправе теперь получить свое наследование, потому что тот, кто наследовал, ушел в мир иной. Почин тен документ от... Когда наступит случай, когда этим воспользоваться. То засвячение от нотариуша, в котором есть поданы номеры удялов, тримася до момента, когда наступит тот момент, когда особа, которая dostała w spadek te udziały, zechce po prostu coś z tymi udziałami zrobić, tak? Czy sprzedać, czy jeszcze coś. I wtedy idzie się znów do notariusza i zaświadczy się kolejny dokument, na podstawie którego już dochodzi do faktycznego zaświadczenia od notariusza, że tak, osoba ta ma prawo uzyskać te udziały. Да, здесь надо очень четко представлять себе, что человек должен понимать, что
наследство или, скажем, наследник может вступить в свои права только после того, когда наследовавший ушел в мир иной. Когда наступит этот случай? Не ранее. Тут варто зазначить, что спадкобірця ма право достать спадок тогда, когда особа, которая приказала ему этот спадок, отойдет или умрет. Следующий вопрос, 12-й. Заканчивается ли после 15-го этапа или 15-й этап закончился и наше сотрудничество с Sky World Community? Нет, не заканчивается. Во-первых. Во-вторых, Колейне питання чи по 15-му етапі наша співпраця ще кончить з фірмою Sky World Community? Не кончиться. И теперь человек задает вопрос, что мой личный кабинет и моя структура, могу ли я ее продать или она перейдет по наследству? Это собственность моя, твоя, ихняя, у кого есть это. И она приходит точно так же, как и доли, по наследству может перейти. Или же я ее наследую кому-то. Продавать ее нельзя. Ну и питание теж жми, чи я свой власний персональный кабинет могу приказать, спродать. Ответ есть не. Возьми, этот персональный кабинет, его нельзя передать. Это имущество. Его нельзя передавать. Нет, его можно наследовать, передать можно, но как по наследству. Я сейчас объясню дальше. По наследству оно переходит, это как имущество, переходит тоже по наследству. Не окей, более. Чили властный персональный кабинет не можно спродать, але можно приказать в спадку, так как каждый майонтек. В спадку можно приказать. Предположим, Иванов или там какой-то господин, значит, Гробар не сделал наследство, и у него остался шикарный, хороший кабинет со структурой. Что с этим делать? Что с этим произойдет? Я считаю, это такой пример, что пан Ковальский, не знаю, умер и застал по ним пиękna структура, так? Партнерская. Więc co z nią zrobić? Тогда, когда будет его имущество делить, это будет включено в состав его имущества. И тогда уже у нотариуса определится, кому это перейдет. В этом случае просто этот майонтек, как каждый майонтек, будет делен через его спадкобирцев у нотариуса. Как и делится имущество обычно в таких случаях? В каком году планируется продажа долей? Ну, на этот вопрос я уже отвечал. Следующий вопрос. Когда начнется выкуп доли? Колейне питання, в якому року, 13-е питання, в якому року планована є продаж удзялов? Więc на то питання уже відповідав. Przejdźmy до колейного. Когда доли от партнеров 75+, и в какой форме? Тут дальше не комментируйте то, что там было выкуплено. Просто вот этот вопрос переведите. Когда начнется выкуп доли от партнера 75+, и в какой форме? Колейное питание. Когда начнется выкуп удзялов от партнеров 75+, и в каком кшталте? Обычно люди не понимают, какое предложение было сделано. Выкуп 75+ распространялся на тех, у кого были в их портфеле акции Евразин Real Scavay Systems Holding 1, то есть первой компании, акции которой отдавались за залог. То есть Евразин Real Scavay Systems Holding. Не Holding 2, не Holding 3, а именно Holding. И это те, кто инвестировали до середины 2016 года, не более. И тогда, если было еще и 75+, то у них была возможность частично выкупить или как бы продать свои доли. Владимир, я просто не совсем в теме. Можете понятно, сократить, да? Как-то до двух предложений? То есть я просто... Первое, значит, что это распространялось и распространяется на тех, у кого доли
Евроазин Росгавей Системс холдинга. Не холдинга 2 и не холдинга 3. Можливість викупу удялів від партнерів 75+, дотичить тих удяловців, які були удяловцями першого та компанія. Евразиан Рейлскавей Систем Холдинга. Все. Евразиан Рейлскавей Систем Холдинга. Чи ти першої фірми? Первого. То есть первая компания, да, Владимир? Да. Чили можливость выкупу дотычи только тих удяловцев, которые были удяловцами той первой фирмы, о которой пан Владимир поведел. Не колейных. Тут человек просит 15-м рассказать, я уже об этом говорил, так что сейчас не будем больше здесь говорить. Так, а что? Владимир, там прервалось. Что вы сказали еще раз? Так, а 16-й почему? 15-й вопрос. Там я смотрю, что там не было. Это он. Я об этом уже на это ответил там в другом вопросе. Окей. 15-е питание по минимуму, боюсь, что там была мова. Когда Когда начнется строительство 15-километровой трассы с 21 станциями на маршруте до. Контракт подписан более года. Я уже ответил, строительство идет. Коленное питание, когда начнется будование 15 километров трассы с 21 пристанками на трассе в Дубаю. Умова уж została подписана рок тому. Więc kiedy się zacznie? Да, проектирование, подготовительные работы и проектирование идет. Так jak to wspomniano już było wcześniej, że prace przygotowawcze już są prowadzone. Чтобы ускорить и надежно сделать этот процесс, он в какой-то степени связан с 2,5 километрами, которые делаются в шарже в инновационном центре. Реализация этого проекта безпосередньо є зв'язана з тим тором, 2-кілометровим тором, який є збудований в Шарджі. Чи так якби від швидкості з реалізування цього проєкту є зв'язано. Следующий вопрос. Будет ли у меня доли после дебюта на бирже, то есть выхода на биржу в соотношении 1:1? А они так и были, так и есть. Но человек спрашивает, или же будет так, как с токенами, 1:10 и так далее. Нет, с акциями все как есть, 1:1. Сколько у тебя было, столько есть, и они столько и будут выводиться на биржу. Понятно, вопрос, Сергей. Наверное, больше... Будет ли у меня... То есть 1:1 имеется в виду... Ну не будет ли уменьшено количество акций после вывода на биржу? Нет, это не делается. Почему? Нет, конечно. 1:1 так, как было, сколько у тебя есть. Может, тут имелось в виду 1:1 или нет? Нет, нет. Ну человек спрашивает, здесь видите, в чем вопрос. Или же будет как с токенами. С токенами там был совсем другой обмен, понимаете? Человек-то боится, что а вдруг на биржу тоже будет выводиться. Нет, на биржу выводится то, что есть. Там с питанием жми, что брендом... Чи я бенде посядал мои удялы по выпровадзению их на гилде? Чи тен стосунок бенде 1:1, чи бенде так само, як с токенами? Więc pytanie, oczywiście, że będzie, jeden udział będzie jednym udziałem, tak? To jest, da, jeśli u ciebie, czy u was, Sergiej, jest 1 000 000 akcji, to wy wszystkie tych 1 000 000 akcji możecie wywieźć. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś ma 1 000 000 udziałów, czy już później akcji, to tyle 1 000 000 akcji będzie mógł wyprowadzić na giełdę, nie mniej. Ежели захочет. Почему с токенами так было, то, дорогие друзья, да, почему так с токенами было, так там было совсем другое дело, друзья.
Там обмен производился, внутренний обмен. И мы еще не знаем, какие мы привилегии получим из этих токенов. Это отдельная история, и когда-нибудь мы об этом еще поговорим. С токенами забудьте, там, там отдельная история. Та нема ни спільного с токенами, там была зупełnie иная история. Порозмовляем трошки более докладнее о том позже. Так, ага. Значит, будет ли осуществляться, ну, человек говорит, продажа или, скажем так, использование акций до 15-го, до конца 15-го этапа. Он говорит, что было там 5-3%, годы идут, а доли не кончаются. То есть, переведите первую часть вопроса и говорите, что хватит ли, по идее, это вопрос такой, хватит ли акций до конца 15-го этапа? Хватит ли акций до конца 15-го? Питання дословно звучить, чи буде доконана продаж уділів до кінця 15-го етапу? Коментар Володимира є такий, певне питання, тут автор мав на мислі, чи вистачить тих уділів до кінця 15-го етапу? Здесь не надо бояться, їх хватит, потому що ведь акции не просто так выдаются, они даются, я даю инвестицию или кредит и получаю залог. Акции или мне залога больше, чем я заплатил, не могут дать. Поэтому рассчитано все таким образом, что акций еще достаточно много. Мы не сделали, мы чуть меньше половины всех инвестиций сделали по плану, понимаете? Чи такой ситуации не будет, что, не знаю, что забракнет этих удялов. Владимир, можете еще раз уточнить вот это то, что вы говорили, что не совсем понял я вас. То есть до, не до финансирования. Поэтому мы на 15-м, на 14-м этапе, но финансов мы не привлекли столько, чтобы все акции выдать. Понимаете? Акции даются под конкретное финансирование, под кредит. И кредитов выдано не столько, сколько планировалось. Следовательно, и акций выдано не столько, сколько планировалось. Поэтому акции есть, и хватит до 15-го этапа. Чили финансирование еще акции, один удел есть выдаваны под, под такую квоту, которая есть потребна. Чили ilość акций, або удзялов, równa się pewnej kwocie, tak? Więc te, tą kwotę jeszcze nie uzbieraliśmy. Uzbieraliśmy dopiero... Сколько, Владимир, вы говорите, там половину только собрано, да, от, от планированной? Да, конечно, средств чуть, да, около половины от запланированных. Следовательно, можно предполагать, где-то половина еще и акций осталось. Крутко mówiąc, финансирование dopiero, сумма, которая miała быть zebrana, zebrana jest w nieco mniej niż połowie, czyli można wywnioskować z tego, że połowa tych udziałów na dzień dzisiejszy jeszcze jest dostępna. Поэтому, jeśli kogo to волнuje, посмотрите, значит, po всем по финансовому плану, и ни один этап, кроме 12-го, не был полностью профинансирован. Так что оттуда увидите, сколько осталось. Чили можете преследить попросту все этапы и финансирование пошчегульного, финансирование проекта на каждом из пошчегульных этапов и зобачить, что опроч 12-го этапу, то финансирование в жадном не было докончено в 100%, которое было плановано. Человек за 20-й вопрос. Правильно ли я понимаю, что после 15-го этапа каждая моя доля будет стоить $1? Переведите. Как это посчитать? Или как это посчитали? Сейчас идет 14-й этап, а доли стоят по несколько центов. Вот у человека такая логика, я объясню, где он ошибается. Kolejne pytanie brzmi, czy ja dobrze rozumiem, że po 15 etapie każdy mój udział będzie wart minimum $1? Jak to policzono? I czy teraz trwa 14 etap, a udziały kosztują
по кілька центів. Więc Владимир відповє, де тут є логіка і в чим був, в чим ще помилив автор цього питання. После доли вообще стоимость моих акций, она проявится только на бирже. Это пункт раз. На биржу будет выводиться по стоимости номинальной, то есть в $1. Это никак не связано с 15 этапом. 15 этапов, но 15 этап есть, и никто не говорит, сколько будет стоить. 15 этап закончится, и все. На биржу будет выводиться по стоимости в $1. На биржу. А биржа уже покажет, какова будет реальная стоимость к этому моменту. Чи так как бы 15 этап, чи 15, чи не 15, не в вообще в жаден способ связаны с тем, яка вартость будет этого удела. Номинальна вартость одного удела при выйдя на гилде будет еще равна 1 доллар. Так? Владимир, я вас переспрошу, что номинальная, вы сказали, что вы номинальная, да? Стоимость одной акции, да? При выходе доллар. На биржу планируется 1 доллар. $1. Окей. Да, это правило такое. Оно выводится по номинальной стоимости. Ну, окей. Планована вартость одного удела пришлой акции будет еще равна 1 доллар при выйдя, выпровозанию фирмы на гилде. Но это не в жаден способ связано с 15 этапом. Да, сейчас 14 этап есть. Да, все. Где будет построена испытательно-демонстрационная трасса для высокоскоростного транспорта 500 километров. Где будет Колейное питание звучит, где будет сбудована трасса, демонстрационная трасса для прędkości 500 километров? В Объединенных Эмиратах сейчас работа идет по этому поводу. Проектные и согласовательные документы оформляются там. Скажем, 25 километров. Но не исключено, идут подготовительные работы, что, может быть, будет это дело сделано еще и в Беларуси. Все от того, где быстрее удастся это сделать. Потому что в Беларуси, как Юницкий говорит, было бы в 3 раза дешевле это сделать. Поэтому все равно еще попытка идет и в Беларуси. Но дальше продвинулись именно в Шарже. Не в Шарже, а в Объединенных Арабских Эмиратах. Так что ответить, скорее всего, я сегодня думаю, что это будет в Объединенных Арабских Эмиратах. Остаточная децизия, где эта трасса может быть сбудована на день дальнейший, еще не западла. В этой хвиле трвают тоже разговоры со стороной белорусской, чи там, возможно, тоже будет сбудована та трасса для распензения этих поездов до 500 километров. Ale najbardziej zaawansowane rozmowy i największa szansa jest taka, że jednak to będzie zrobione w Emiratach Arabskich, gdzie są w tej chwili prowadzone też prace przygotowawcze. Dlaczego Białoruś nie jest, jest brana też pod uwagę, bo tam jest możliwość zbudowania, tam jest 3 razy, tam byłoby 3 razy taniej zbudować to wszystko. 22 вопрос, по какому принципу можно будет обменять токены в июле? Токены не будут обмениваться до июля месяца. Если будет предложено, то будет. Цель не обменивать токены. Цель продавать токены и собирать деньги на проект. Колейное питание 22 есть, в який способ можно будет выменять токены в липцу? Więc отповедь, токены не повинно будет еще выменять, tylko powinno się sprzedawać za pieniądze dla projektu. Владимир, еще раз переспрошу. Токены мы не обмениваем, да? Мы их продаем. Нет, конечно. То есть владелец токена может будет их продать и получить за это что? Да. Да. На бирже стоит, получишь, что на бирже будет.
Пока еще не будем еще выменять, только продавать токен... просто на геоджи за деньги. Токены выпущены для того, чтобы обменом заниматься пока, а для того, чтобы на них собирать средства mm-hmm. для проекта. Токены, генеральные токены заставы створены не по то, чтобы выменять, только по то, чтобы ЕС продавать. Следующий вопрос, 23-й. Можно ли организовать встречу, конференцию в Zoom с польским инвестором, который хотел бы построить трассу с Ковей, ну, в общем, читайте, okay. переводите, чи так? Коленый питание 23-й. Двух, чи можна двух зорганізовувати таку конференцію, спотканів в Zoom'і з польським інвестором, який хотів би збудувати траси Skyway о довгості кілька кілометрів в двох місцях в Польщі? Угу. Можна і нужно. Можна і нужно. Узнайте, дайте свої координати. Чоловік, який задав цей вопрос, Наталье Фехтах или пускай вам, Сергею Маслову, передаст свои координаты, и мы тогда договоримся, как это организовать. Очевидно, то споткание можно и треба зорганизовать. Со стороны фирмы тут, очевидно, будет вспарте в тем темате. Все колейные питания прошу керовать тут до партнеров в Польше, чи до мне безпосередньо, чи до Наталии, которая есть тут лидером группы. Или же Сергей Маслов. Угу. Или вам. Да. Выгодно ли инвестиции в Дубай или вы рассчитываете на рекламу? Выгодно, конечно, инвестиции. Окей, коленый питание брзмит, чи та инвестиция в Дубаю, в Эмиратах Арабских, есть бардзей проектом таким рекламовым, чи jednak личите на зыск? Очевидно, зыск есть браны теж под, прежде всего под увагу. Я не совсем понял вопрос, будет ли и где будет следующая инвестиция с Ковей, но это, скорее всего, наверное, инвестиции в адресные проекты. Ну, услышите, когда будет. Коленное питание звучит дословно, где будут коленная инвестиция Skyway. Не до конца зрозумяно есть это питание, но если ходит о те индивидуальные инвестиции, то śledźcie wydarzenia i informacja będzie podana. Bezpieczne li wести biznes w Białorusi? Kolejne pytanie brzmi, czy bezpiecznie jest prowadzić biznes na Białorusi? Równo także opasne, jak i w любой drugiej stronie. Ничего там более опасного нету. Czy bezpiecznie jest tak samo jak w każdym kraju tutaj? My tam kompania, która находится na очень хорошем счету i płaci очень хорошие налоги государству Беларуси. Firma Skyway jest jest Не okay, Skyway, ZAO Strunnej Technologii, Сергей. Firma prowadząca auto ЗАО «Струнные технологии». Как по-польски, это же не так. Не-не-не, вы так и скажите. ЗАО «Струнные технологии». Белорусская фирма ЗАО «Струнные технологии», чили фирма, автор этого проекта, есть дичей уже достаточно знаном фирмом на Беларуси, плачи немалые податки. Угу. Можем ли мы ожидать первых дивидендов в 2021 году? Я ожидаю. Коленное питание звучит, чи можем очекивать уж первых дивидендов в 2021 году? Ответ Владимира, я особисто на то личу и чекам. Угу. Какая это будет? Столько или чуть-чуть столько? Okay. Это другое. Иное питание, чи это будет тиле, чуть-чуть, чи венцей, ніж чуть-чуть, зобачимы. Когда действительно ожидается выход на мировой рынок? Ну, я там говорил, каким условиям надо соответствовать, оттуда надо и танцевать. С того момента, когда, значит, выход уже осуществляется на мировой рынок, потому что делаются работы, выводятся проекты,
Поэтому, а дата выхода 10-24 месяца с момента принятия решения. Угу. Więc kolejne pytanie, kiedy faktycznie Janusz słyszy sam siebie. Okay. Kiedy faktycznie będzie wyjście na światowy, rynek. Mikrofon. Więc o tym wspominaliśmy wcześniej, o warunkach, które ma spełnić firma, zanim wejdzie na giełdę światową. Więc w tej chwili wszelkie prace przygotowawcze są już prowadzone, więc ten proces jest już idzie. И последний вопрос, значит, у человека из структуры там спрашивают, было, значит, возможность инвестировать 1.400 по акции, да? Она хотела, запоздала, и что ей дальше, можно ли ей еще воспользоваться? Да, можно, но обратитесь ко мне, дайте логин этого человека, его фамилию, через Сергея Маслова или через Наталью Фейтер. Последнее питание бжми... Jakaś osoba z mojej struktury miała dyskont 1 do 400, pewnie jakaś akcja była. Ona chciała zamówić ten pakiet, ale się spóźniła 2 dni. Pytanie, czy można tak jakby skorzystać z tej promocji jeszcze raz? Odpowiedź jest taka, że tak, można, proszę wysłać albo login, albo do mnie, albo do Natalii tutaj z grupy, z polskiej grupy. Так что, дорогие друзья, 30 вопросов я все ответил по мере возможности. Я благодарю вас за внимание. Желаю всем успехов, самое главное, здоровья. Вот, если будут вопросы, мы еще с вами будем говорить. И отдельно уже вебинар провести по темам, которые вас интересуют, а не только отвечать так вот на вопросы. Желаю вам успехов. Вам всем дякую и теж захенцем до споткання на вебинарах, где буду мог відповідати на już poszczególne питання з різних тематів, не тільки з тих. Всього доброго. Всього доброго. Стройська весь спасає планету. Чи я сказав по-польську, повідчи мені, Януш і Грзегорш? Будуй Skyway, хронь планету. Dokładnie. Panie Maslow, dziękujemy bardzo w imieniu całej polskiej grupy, wszystkich inwestorów za wyczerpujące pytania i odpowiedź na nie. Ja sam zadałem 5 pytań, które tutaj były wszystkie przekazane i przez tłumacza przetłumaczone. Dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. Liczę na jeszcze nasze kolejne spotkania. Proszę przetłumaczyć, Siergiej, sorry. Владимир, мы, значит, от имени тут всех польских инвесторов вас сердечно благодарим. Надеемся на очередные встречи. Еще раз спасибо. Спасибо. Еще лечимы, пане Маслов, еще хвилин. Дякуємо багато і лечимы на наступне споткання. Да, и мы рассчитываем, очень рассчитываем на очередные встречи. Приглашайте, я готов приехать. В Польшу уже можно ехать. Прошу запрошення до приїзду. До вітання. Дякую вам багато. Добре, прошу Państwa, mam nadzieję, że przybliżyłem sedno wszystkich pytań. O, Владимир, nie, już nie ma. Super, dziękujemy raz jeszcze. Ja korzystając jeszcze z okazji, dosłownie ostatnie sekundy, słuchajcie, dziękuję raz jeszcze gościom specjalnym.
przede wszystkim Franciszkowi, panu Władimirowi. Także dziękujemy. Dziękujemy Sergiej Tobie. Dzięki Sergiej. Też to bez ciebie nie byłoby tego tłumaczenia. Super. Mam nadzieję, że poradziłem. Tak jest, bardzo dobrze, super, no i tym wytrwałym najbardziej, było nas ponad 70 osób, wytrwało do końca 50 ponad, więc raz jeszcze wielkie dzięki, trzymamy kciuki za resztę, jeśli macie pytania, oczywiście możecie nas znaleźć, dowiedzieć się, no i co, do następnego razu, bardzo dziękujemy, wszystko dobrze. Spasibo, Sergej. Proszę bardzo, nie ma nas. Proszę bardzo.